31 декабря 2023 года. Через несколько часов завершится старый год и начнется новый. Интересно, какие итоги года подвели жители нашего города? Чем им запомнился уходящий 2023 год? Год запомнился счастливыми и одновременно грустными событиями. Самой большой радостью и победой стало очищение наших земель от сепаратистов. Наша полная и безоговорочная победа. А грусть вызвала, например, землетрясение в Турции и большое количество пострадавших от него людей. Это большое горе для всех, кто любит и поддерживает Турцию. Сегодня мы отмечаем 41-ю годовщину нашей свадьбы. Вышли прогуляться на свежем воздухе и восхищаемся нашим городом Баку. Год запомнился футбольным матчем в Карабахе. Независимо от того, кто победил в этом матче, наш народ является победителем. А еще в воспоминаниях останется военный парад в Карабахе. Больше всего я была рада освобождению Ханкенди.